Все разобрал. Вот здесь подклеить надо. Здесь подклею. Здесь. А вот здесь я хотел ее шлифануть, но тут рисунок. Не буду шлифовать, просто вот тут я подклею, да, видите, расклеился. Я не знаю сколько, потому что лет. Кто рисунок нарисовал, видно, да? Узор. Вот за этого рисунка ничего не буду трогать. Я вот это подклею. Вот здесь подклею, вот здесь. Не знаю, может еще. Ну это-то я сюда еще фонарку, наверное, сделаю. Она еще с выемкой. Жалко фанерку. Но у меня есть вот. Сейчас я найду. О. Это мне Зингер пожертвовал. Машинка Зингер. Что, приклею вот так, да и все. Сейчас будем делать. Вот круг на 80. Я не знаю, как они называются. Он какой-то весь как решето. Ну это не наждачка, не знаю. Но шкурит очень хорошо. Мне он понравился. Лучше всех. Наждачки пробовал, всем пробовал. А этот хорошо. Он не портит ничего. Вот так вот. Сейчас ошкурим. В одном месте вот тут сломано. А так целое все. Стул очистил, подклеил. Подклеил маленько. Сейчас буду собирать. Так, вот это ножки, значит, вот так. Не помню.
стул собрал. Сколько лет, не знаю. А сижу я на другом, сейчас покажу. Собираю 12 стульев. На чем я сижу? Вот я на чем сижу. Вот такой у меня еще есть. Я Остап Бендер. У меня, по-моему, 10 стульев разных. Потом покажу, когда все это самое. Найду, они у меня по разным сторонам раскиданы.